четвертый тур это у нас был, да? Хороший боевой матч, я скажу. Где-то он по накалу, по характеру именно футбола такого, спортивного характера, по агрессии был. Даже мы вели, было преимущество, но во втором тайме немножко вот этой концовочки, наверное, не хватило. Поэтому ребятам всем спасибо, ничего. Ну, команду Ислы с победой, дальнейших успехов. Как замены усилили игру или... Не могу сказать, что замены у нас равнозначные, но мы планировали так, чтобы усилить, потому что это были два игрока атаки, это Визлович Дима и Герасименко Сережа. Где-то чуть-чуть не получилось, это так. В целом сыграли неплохо. Александр, как считаете, счет по игре сегодня? Ну, нам, тренерам, нельзя комментировать судейство, поэтому, наверное, по игре табло 2-1. Спасибо.